Строительство водоводов от НФС-2 в Управленческом вышло на завершающую стадию, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Основная работа по обеспечению жителей Красноглинского района выполнена. Построен комплекс сооружений. Новая насосная станция на НФС-2 в Студеном овраге, еще одна насосная станция, два резервуара чистой воды, хлораторная и административный корпус на улице Сергея Лазо. И самое главное, уложены два водовода диаметром 600 мм, протяженностью 6200 метров каждый. Сейчас на объектах комплекса проводится благоустройство территорий. После начнется подготовка труб к поступлению воды, промывка и хлорирование. Это необходимая и самая сложная часть работы, которая обеспечит качество воды, подаваемой жителям. В эти дни возможно некоторое изменение качества воды в домах и выпуск воды через гидранты и уличные краны. Специалисты просят жителей не пугаться, отнестись с пониманием к данной ситуации. В случае необходимости будут предоставлены бойлеры с питьевой водой. В рамках фестиваля «Стрит-арт» Приволжского федерального округа «Форм-арт» проходит голосование за лучший мурал, пишет телеграм-канал городского департамента образования. Самарскую область представляет работа «Открытие возможностей» на фасаде школы номер 12 имени Героя Советского Союза Сафонова на улице Красноармейской, 93А. Проголосовать за понравившуюся работу можно до 17 августа по бесплатному номеру 8 800 301 5023. Чтобы поддержать работу самарца, необходимо в тональном режиме выбрать индивидуальный номер участника 12. Итоги фестиваля стрит-арта будут оглашены на торжественной церемонии закрытия в Кирове 25 августа, где встретятся представители всех 14 регионов округа, финалисты, члены регионального оргкомитета и жюри. Администрация железнодорожного района предлагает помочь книгам обрести новую жизнь. Процесс бесплатного обмена книгами состоит из простейших действий, основанных на принципе «прочитал, отдай другому». Для этого в городе расположены безопасные полки, которые находятся на территории кафе, библиотеки или в парке. Такие места защищены от непогоды и находятся в общественных пространствах. Адреса можно узнать в телеграм-канале. Телеграм-канал Советского района Самары сообщает, что завершился прием заявок для участия в конкурсе «Цветущий Советский район 2023». И пора выбирать победителей. Голосование проходит по четырем номинациям. Лучшая клумба-цветник, лучший цветущий двор, лучший цветочный арт-объект, цветущий балкон. Голосование проводится в электронной форме на официальном сайте администрации Советского района через виджет «Общественное голосование» на портале госуслуг в период с 14 по 28 августа. Подведение итогов 29 числа. Звание «Победитель конкурса «Цветущий Советский район 2023» присуждается участникам конкурса, занявшим первое, второе и третье места в каждой номинации.